Цветок жизни является геометрической основой для всех платоновых тел и практически всех форм, которые только могут существовать. Древний цветок жизни начинается с геометрии звезды Давида, то есть двух противонаправленных треугольников, которые в трехмерном измерении выглядят тетраэдральными структурами. Этот символ является янтрой, своего рода программой, которая существует во Вселенной, можно сказать, машиной, которая генерирует наш фрактальный мир. Янтры использовались в качестве инструмента для пробуждения сознания в течение тысяч лет. Визуальная форма янтры является внешним представлением внутреннего процесса духовного роста. Эта скрытая музыка Вселенной становится видимой и состоит из пересекающихся геометрических образов. Каждая человеческая чакра представляет собой лотос, янтру, психофизиологический центр, и через нее может быть пережит весь мир. В тибетской традиции янтра традиционно наделена богатыми слоями смысла и наполнена глубоким космологическим мировоззрением. Янтра – это постоянно развивающаяся модель, которая работает благодаря силе повторения, круговой итерации. Сила янтры почти полностью утрачена в современном мире потому, что мы ищем смысл только во внешней форме и не можем подключиться через намерение к внутренней энергии.